Парк имени Халилова – излюбленное место нашего города. Ежедневно тысячи каспийчан проводят там свой досуг, гуляют с детьми и наслаждаются морским бризом. Сегодня наша съемочная группа поинтересовалась у горожан, что еще бы им хотелось видеть в парке для комфортного отдыха. Наверное, добавила бы, скорее всего, комнату для мам вот с детьми. Вот домик же есть, как шахматы играют все взрослые. Я бы сделала такой домик небольшой для женщин с детьми конкретно. Особенно вот с грудничками, кого можно покормить. Подмывать. Вот самое то, мне кажется, что здесь в парке не хватает. Детской площадки, наверное, хорошей не хватает. Вон там, которая... Там старая площадка, да, вот я бы тоже ее поменяла бы полностью и вот на новую сделала бы. А так, в принципе, парк у нас хороший. Не знаю, все есть. Насчет площадок их реально очень мало. Детских площадок? Да. Здесь только одна площадка на весь парк. И приходится, если здесь где-то находится, приходится идти в ту сторону. В одну площадку. И, ну, не всегда там тоже хватает места детям. Среди граждан нашлись и те, кто недоволен чистотой парка, а также малым количеством урн для отходов. Однако мнения разнятся. Урны тоже, а то детей учат, чтоб кидали этот, а идешь, их и нету. Особенно вот там, в той стороне, где новый парк. Там вообще одна урна, по-моему, сколько прошли. А дети не хотят обратно возвращаться. Не пойду, говорит. Одна площадка и все. Больше ничего нет. И что, что какие? И грязно. И все везде вот все бросаете. Чистоту никто не соблюдает. Я бы не сказала, достаточно все нормально. И урны хватает. Всего хватает? Все, и скамейки хватает. Гуляем, вот я с внучкой гуляю. От самосознания человек зависит тоже. Чтобы не урн бросать, а мимо. Вот такие. Это все нормально вроде. Гражданин Саид, который живет в Манаскенте, помнит, каким был парк 30 лет назад. На сегодняшний день он считает изменения значительными и положительными. Тогда немножко неуютно было, пляжи так слабые. Вот сейчас вот удивительно хорош стал. Каспийск – прекрасный город, лучше никто в мире. Нету, в самом деле, сейчас душа радуется. Вот посторонний человек со мной гуляет. Он аж удивляется, как будто за границей здесь. Самые лучшие города хуже, чем Каспийск. Пишите в комментариях под этим постом, какие бы изменения вы пожелали видеть в парке имени Халилова.